Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на новую локацию, которую у нас ввели в обновлении. Знаю, что немножко задержал этот обзор, но в принципе локация там не особо топовая. Мы посмотрим, что нам сегодня упадет. Будем открывать полностью все попытки, заодно посмотрим, сколько самого выходит на полное открытие. Ну и возможно нам повезет, и сегодня у нас будут нормально падать камни судьбы первые, потому что прошлый раз, когда я проходил, там всего лишь один из пяти попыток упал, но максимум, что я пока выбивал здесь, это 6 камней. Так, вот моя команда. Как обычно у нас тут рандом, давайте отсюда выпустим. Магию здесь можно использовать по откату. Это, в принципе, неплохо. Сейчас мы первую пройдем. Я вам покажу, каких героев можно сюда брать. Как Минотавр бьет. Ну, тут основная задача полностью убить как героев, так и здания. Поэтому тут одним Минотавром не пройдешь. Вот видите, бывает так, выходят они в центр и разбегаются все, это очень плохо. Так, третья, четвертая. Вот тут хотя бы кучно побежали. Так, и пятая волна. Сливы у меня тут очень редко бывают. Ну, вот сейчас, кстати, может быть слив, потому что, как видите, хотя, в принципе, у меня ворожай последние должны, если тыковка, конечно, выживет, затащить. Так, усилялку кидаем. Немножко локация тормозит, подтормаживает. Это заметно по магии. Ну, все, без проблем. Видите, ворожай в конце реально спас. Так, вот первый камень. У нас дается две попыточки бесплатно. Дальше идет 300 самов. 500, итого уже 800 самов. Еще 800, это 1600. И 1200. 2800 мы отдаем за полное открытие всех. Ну, как-то так. Даже не знаю. Ну, по сути, если только ради зеленых камней, есть смысл фармить. Так, вот у нас создать. Мы можем создать комнату. Мы можем пригласить своих друзей. Пригласить с гильдии. Пишется, я так понял, сила вашей пачки. Не знаю, что означает вот эта вот сила. 2781, или это какие-то очки. Вы можете создать команду. Так, создать команду. Заклинание. Я вот выбрал вот это побуждение. Оно дает скорость атаки, скорость движения и увеличивает атаку. Чисто атакующий характер имеет. Восстановление жизни 10%. Ну, честно говоря, так себе. Проще взять бафера на отхил того же самого ворожая.
который вам отхилит намного больше, все-таки 30% к атаке скорости намного круче. Продолжительный урон, ну, удар током, наносит равное 10% от максимального здоровья каждому игроку в течение 4 секунд, кулдаун 20 секунд, ну, так себе. У этого талантика кулдаун тоже 20, но зато на 30% атаку, скорость и движение. Этот талантик в течение 4 секунд лечит союзников на 10% в секунду от максимального, на 10% в секунду от максимального здоровья. Ну, честно говоря, тоже себе не то. Так, ну и зыбучий песок, снижение атаки на 30% как вариант. Но все-таки самый топовый — это пробуждение. По героям, кого можно использовать? Ну, я использую здесь Леди Лео, у нее две зоны, она офигенно станет. Варжей однозначно, Фрея тоже. Также сюда можно Купидончика тыкву ставить, Хранителя. Но с Хранителя там вопрос, там снимает Некросы баф, поэтому он не особо такой актуален. Но тыковка, Купидон, думаю, самые такие топовые. Тыковка однозначно должна быть, она дает хорошее ускорение. Если у вас есть ремочная, это вообще супер. Если есть берсовая, тоже неплохо. Анубис однозначно, да, для понижения атаки. Рину для снижения энергии. Бигфут хорошо морозит. Новая героиня Седна для реса, также сюда ставят дерево, думаю, даже будет получше, но если есть она и дерево, это самый топчик. Череп для урона и некрос для снятия бафов, также урона в дальнюю зону, то есть он рандомно, конечно, бьет, но он незаменим здесь. Кого можно еще сюда поставить с таких героев, кого бы я поставил? Ну, дерево можно ставить, как я говорил. Хранитель так себе, не особо, Рина у нас есть. Фрэнки не очень зайдет, неплохо Афина смотрится, тоже с ней бегал, но все-таки решил заменить более универсальными героями. Заклинательница хороша, но лучше все-таки Анубиса иметь. Гаргула можно ставить для дополнительного отхила, Купидончика, Дрейка. Ведьму, честно говоря, не очень сильно заходят. Неплохо, если у вас нету там Ресика, можно поставить для блокировки. Ну, Вольт, само собой, хорош. Малышник тоже будет хорош. Но есть герои поинтересней. Так, Сердцеед, Коронины, Стрелки. Ну, Одержимый еще бегал с Одержимым. Тоже неплохо смотрится. Снимает бафы и урон хороший у него по зоне. Ну, я все-таки остановился вот именно на таком составе. Ну что, поехали, вторая попытка. Локация, где можно тратить самые, если есть, конечно, желание побыстрее собрать зеленые кристаллы. Вот я немножко не так выпустил случайно, но видите, я пока один воюю, потому что попалась, не знаю, то ли девочка. Немножко люди бывают тупят. Ничего с этим не поделаешь. Так, ну у меня в принципе составы нормальные, поэтому думаю, затащим. Надеюсь. Вот Бигфут, как видите, очень хорошо морозит. Это дополнительно помогает, если особенно выходят там где-то герои раздельно бегу. Тут, конечно, ворожей, но там один Анубис без проблем справится. Вот ворожей здесь на этой локации незаменимо просто. Ну, все зависит от того, какие у вас герои есть, какие прокачки на них. То есть тут разные варианты есть. Я для себя выбрал оптимально именно такую пока. Это на данный момент. Вот хорошо, что они кучно бегут, можно сразу кидать вот эту магию в начале боя, чтобы к следующему бою она уже откатилась. Здания, конечно, как видите, постройки здесь рандомно выходят, поэтому вот так вот относительно все бывают и слева. Еще зависит от того, какой у вас противник. Я в рандоме бегаю. Если вы бегаете в команде
все намного проще, вы можете разобраться, кто какие герои берет, и там уже, конечно, рендом вам поможет. Вот видите, немножко неудачно зашли. Сейчас сольют моего ворожая, и это очень печально, потому что у нас из сетхила ничего не останется. Ну, четвертое, у нас еще есть пара героев. Надеемся, что Фрея затащит. Вы видите, опять все разбежались. Череп и Бигфут немножко не туда побежали. Точнее, Анубис. Ну, посмотрим. Тут Фрея, в принципе, очень хорошо тащит. Смотрите, как она издали по одному герою. Сейчас она Некроса бьет, сливает. Давайте дадим ускорялочку. Усиление атаки. Ну, в принципе, затащим. Конечно, почти всех героев потеряли. Ну, вот так вот. Два камня. Однозначно надо играть. Полностью все открывать. Одного открыли. Вот второго открыли. В принципе, дальше смысла открывать. Те расходники мне нужны. Я тут охочусь именно за зелеными камнями. Побежали следующую попыточку. Череп чем здесь хороший, если он под разгоном. Такой череп у меня с доспехом. Он просто будет всех их шатать. Вот я немножко неудачно опять выбросил всех. Ну, в принципе, это первая волна. Видите, первая волна уже с Некросом. Вот так вот. Так тоже бывает. Ну, первая несложная. Так, у нас тут отхил есть. Отхила у нас нету. Это немножко печально. Ну, надеемся, что все удачно повыбегают. Можно кидать ускорялочку. Вот так вот. Первые волны тащим. Видите, что Леди Лео делает? Там просто нереальный урон, две зоны действия, плюс она бывашная с ремкой пятой сразу включается. Это, конечно, очень большой плюс. Она очень кайфово смотрится на многих локациях с прокачкой 12-12. Вот так, кидаем ускорялку. Вон она просто задамажила часть героев. Смотрите, что она делает. Вводит в стан и все рушит просто тупо. Топовый герой стал. Вот так. Пока, слава богу, без потерь. Третью прошли. Четвертая. Вот тут. Тут уже мы проседаем немножко. Видите, два Некроса, они издали бьют. Мы их заряжаем дальниками. И начинаются у нас проблемки немножко. Так, где там мой ворожай? Ну, тут Фрея тащит. Реально Фрея просто тащит все. Ну, удачно у нас, в принципе, ворожай в конце остался. Он зарешает. Так, магию откатили. Кидаем ее немножко впереди. Ну, в принципе, тут нормальный вроде должен быть заход. Конечно, триантика надо брать. Желательно даже два, чтобы у каждого был для отхила. Ну, вот еще раз кидаем магию. Фрея сносит по чуть-чуть, себе медленно, уверенно. Анубис, конечно, у нас на дебафе вражеский. Видите, да, урон совсем другой. Так, на ком мы там зависли? Давайте ускорялочку. Усиление атаки.
Рино бьем, что ли? Да, походу мы бьем Рино. А у него кончились герои, это мои только герои бьют, судя по всему. Ну, думаю, затащим. Накидаем магию. Ну все, остался один Рино. Без проблем его снесли. Питомцев, конечно, надо тоже не забывать расставлять. Видите, здесь даже нету зеленых камней, даже смысла нету тратить там самые цветы. Ну, неплохо дают с этой локации. Плюшки 5 раз. Имеем возможность бегать. На 6 мы уже просто получаем 8 синих книг. Так, тут у нас интересно будет. Давайте сразу ускорялочку. Вот тыковка нас разогнала. Он зашел с другой стороны. Так, что у нас получается? Две тыквы, да? Ну, это не очень хорошо, конечно. Но есть ворожай. Мы с каменкой, в принципе, нормально. Так, у нас часть побежала немножко не в ту сторону. Ну, тыковки, видите, что делают? Две тыквы. Просто раздали все. Локация сама по себе не очень сложная. Все зависит, конечно, от вашего, ну, не соперника, а напарника, ну и, конечно, рандома. Так, все герои в битве. Вот тыковки опять разогнались. Просто бешеный урон. На хранители зависли, видите, да? Просто быстро все сносят. Вот почему-то гаргулы часть... А, это он так кинул их. Часть его героям немножко не так выпали. Ну вот, Седна резнула пару героев. Тут тоже должны затащить. Что у нас остался? Один накрас. Ну, мы его, как видите, без проблем обезвредили. Так, и это сразу, видите, тут сразу надо использовать магию и держать героя, потому что на пятой очень часто у людей сливы. Хотя бывает и на третьей там сливы тоже видел. Но Фрея, конечно, лучше всего на этой локации смотрится. Все, осталось только две таблетки. А, нет, еще Анубис резнулся. Даже кого-то убил. Вот есть еще один зеленый камешек. Так, открываем. Раз, два, три. Вот он здесь. Есть. По сути, сейчас зеленые камни смысла даже покупать нету, потому что их дают отсюда и нормально, причем дают сутки там, в среднем 3-4 можно фармить без проблем. Так, что тут у нас? Ну, так себе, отхил. Отхил Тесса у него. Варлок. Ну, конечно, не самый идеальный состав, но... Купидончик. Будем пробовать. Так, смотрим. Леди Лео. Вот смотрите, что она сделала с верхними постройками. Просто раздала всех. Так, магию на плотове держим. Следующее идет. Ворожей опять, походу, будет в конце. С одной стороны, это хорошо. Так, 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 так. Не проседать. Надо выжить.
Ну, у меня фрейд. Нет утекания рунами. Обычно я с утеканием бегаю. С утеканием она подольше будет намного жить. Да, она сейчас тут сольется, но это не страшно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот, ребята, даже сейчас сольемся. Ни хрена себе. Вот видите, неудачный заход и все, и ты ничего не сделаешь. Ворожай тут не спасет. Может и спасет. Сейчас посмотрим. Давай, ворожай, тащи. У меня некрос, ну, в принципе, затащили. Ну, сейчас посмотрим, повезет, не повезет. Всего три героя. Хотя есть Анубис, некрос. Возможно, затащат. Не, не затащат. Тут, конечно, жесть. Как видите, неудачно вообще вышли. Да, просто жесть. Немножко не хватило. Вот так вот бывают сливы. Неудачно еще расстановки с троих сторон все валят. Три некроса тут, конечно. Вот так у нас дали фиолетовую слизь. Ну, сразу камень получили. Тоже хорошо. Так, побежали. Еще одну попытку. Видите, опять лур. Слабенький у него состав. Ну, ничего не сделал. Смотрите, как красиво Лео разбирает. Как видите, хранитель вроде и кайфово смотрится, но из-за того, что тут некросы, они просто снимают баф хранителя, и толку от него никакого нет. Поэтому все-таки хранителя сюда смысла даже не ставить. Тут без проблем. А тут, конечно, можем и слиться. Немножко неудачно все зашли. Но мои пока вроде все живы. Все, уже не все живы. Так, слить одержимого. Да, нормально все есть. Ай, рановато я кинул магию. Ну, в принципе, тут тыковка есть, должна затащить. Так, кидаем магию, есть ускорение. Вот смотрите, видите, какой плюс Бигфута. Он хорошо морозит, когда врывается первым. Благодаря этому другие герои могут зайти просто уже добивать. Рино Бигфут очень круто смотрится в паре. Вот тут вот, конечно, печалька может быть. Хотя у нас есть еще для реса. Так, надо с другой стороны. Ай, немножко не туда еще и кинул. Ну, вроде дерево есть. Должны затащить. Они сейчас резнут друг друга. Да, все будет. Видите, как хорошо помогает. Вот, резнули тыковку, ускорение. И вот, получили мы 8 книг. Да, вот так вот. Вот такая вот локация у нас. Саму суть, надеюсь, вы поняли, вы умеете. Вот правила есть. 10 героев, одно заклинание. 5 уровней есть. Фиксированное количество противников в строении. Спланируйте атаку вместе с товарищами. Ну, я бегаю в рандоме, в принципе. Можно свободно бегать в рандоме. Бегать можно сколько угодно, то есть... Ну, дополнительная, скажем так, наша трата времени, но плюшки дают неплохие здесь.
Мы их вот можем забрать с почты. За сегодня вот 5 камней. 1500 кулачков я сэкономил. Ну, почему бы и нет? То есть для прокачки на 12 скиллы, думаю, за год можно нормально с этой локации откопить камней. Вот так вот, такой вот обзорчик. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кто кого использует. Всем только побед в этой локации. Всем пока.